Кравченко Сергей Александрович. Отдельно скажу, три парня у нас. Это наш знаменитый волонтерский автомобильный отряд. В самый тяжелый период жестких ограничений благотворительную помощь жителям Одинцовского округа доставляли бесперебойно. Сегодня волонтеры, которые вели эту работу, получили заслуженные награды. Вас собрали самых лучших волонтеров. Нас с вами намного больше гораздо. Да. Вот. Но каждый помогал сколько мог. Вы отдали этому самое большее количество времени, самое большое количество сил. У них общая цель – помогать людям, но каждый пришел к волонтерству своим путем. Андрею рассказал об этой деятельности знакомый. Вместе тренировались. Мы занимались в зале вместе. Он позвал, говорит, есть возможность помогать людям. То есть я говорю, конечно, да, я готов был, то есть помогать. То есть еще был пропускной режим, не все могли выезжать. У меня был пропуск, мы возили продукты пожилым людям. Многодетным много развозили. Помощь нужна и сейчас. Казалось бы, отступивший коронавирус вновь пугает числом заболевших. Партийцы призывают добровольцев не сбавлять обороты. Волонтерские ряды примут всех желающих. Сейчас началась вторая волна пандемии. Опять возобновлены работы волонтерских центров. Если у вас кто-то будет спрашивать, куда можно обратиться, можно позвонить в нашу партийную приемную. В соцсетях мы и на сайте «Единой России», и депутаты в своих соцсетях тоже эту информацию разместили. Можно обратиться в штаб «Мы рядом». Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».